Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Rogier RG655 сделать сброс настроек DRM. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел «Система», «Сброс настроек» и выбираем первую опцию удаления всех DRM лицензий. И затем подтверждаем, нажав «Сброс», еще раз «Ок», и после этого лицензии будут успешно удалены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!